Всем привет, ребят! Последняя попытка достать Акуму у нас сегодня ждет, потому что, ну, надо его доставать. Перс очень годный, очень хороший. Уже даже есть видосы, где он вжал и разбирает на войне 4 персов, вжал и разбирает на бегах 5 персов, поэтому надо его пробовать ловить. Не буду тратить все свитки, я потрачу, короче, половину того, что имею сейчас, это получается еще 3 платины и 52 золотых свитка. Начнем, как обычно, с золотых. Кстати, у меня, в принципе, даже на прошлом призыве не особо много падало эпиков, которые хорошие. Вот, то есть, все что угодно падало, но не то, что было нужно. Но сейчас что-то есть. Это что-то, это эпик. Это Йоргол. Это опять не тот эпик, который мне нужен. Как же так-то получается? Есть еще что-то. Еще один эпик. Ниира, замечательно. Вчера тоже мне упала Ниира с двух прокруток, только зачем она мне упала, непонятно. Потому что кусайка у меня уже фуловая по навыку, а Ниру я вряд ли где-то буду, в принципе, использовать. Ой, какие-то призывы такие очень непонятные, когда хочешь определенного перса. Есть еще один эпик, это Данка. Шикарно. Данка, дай-ка мне кого-нибудь из новых эпиков хотя бы. Есть, что-то есть, и это Эмбер. Кстати, Эмбер у меня вроде бы не было, а если и была, то в принципе пофигу. Охо-хо-хо-хо-хо-хо, не падают мне эпики нужные, не падают, а шансы на них увеличены. Зато куча ханов падает. Вот это прям четко. Куча ханов, которых у меня и так уже целая куча. Хорошо, есть еще один эпик по ходу дела, да. Это у нас Чиполлино. Кстати, а что она делает? Непобедимость на союзника на 3 хода. Воскрешает союзника. Ага. Ну, Чиполлино тоже неплоха, поэтому оставлю ее. В свое время, когда была семья с Искрой, Искру я поймал в итоге серебра, а вот остальных не словил. Ну и ладно. Блин, дайте Легу-то, ну. Дайте. Акуму всего лишь прошу, ничего больше. Ну, я реально больше полтоса тратить не буду. Ну, то есть, вот, ниже полтоса. Даже скипать это не буду. Посмотрим, что здесь упадет. Нет, здесь у нас пала какаха, к сожалению. Ну и три платины. Первая за, собственно... За, собственно, так, кто у нас тут? Сья. Наложить эффект отравления на всех врагов. На 3 хода. И усиление атаки на количество ходов, равное количеству наложенных эффектов отравления. Ага. Ну, это не так, кого я хотел, конечно. Ладно, есть еще 2 свитка. Остальные оставлю для ивентов, они будут по-любому нужны. Эпик Лили, блин. Блин. Не хочет мне падать Акума и Истон. Ну, вообще, типа... Короче, нет. Не идет мне никто из этих вот нужных персов. Не пришел мне Акума, на которого X20. Увы. Остаюсь без Акумы. Короче, как-то так. Пишите, поймали Акуму или нет. Понравился ли вам перс. Я, может быть, у кого-то его возьму на обзор. Вот, может быть, просто попрошу его временно, чтобы мне его выдали, чтобы на него сделать обзор. В общем-то, спасибо всем большое за просмотр, за ваш лайк, за подписку на канал. И увидимся с вами в следующих видосах. Если еще не играете в игру, обязательно скачивайте ссылку по игру по ссылке моей в описании под видео. Получите плюшки после того, как пройдете обучалочку в игре. Всем большое спасибо за внимание, дальше интереснее. Всем пока.